Здоровеньки були, всім доброго дня, всім доброго времени суток, самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт, привет, мои хорошие, я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать, будем с вами общаться. Мы с вами только о похудении, мы с вами только о мотивации, мы с вами о здоровье, о питании, о движении. Я сегодня не буду умничать, я сегодня покажу вам свой вес, весы. И сразу хочу сказать, я хочу всем напомнить. Люди, не забывайте, дружите с весами. Кто хочет похудеть? Дружите с весами. Чем чаще вы дружите, тем будет лучше для вас. Вы будете знать, какой привес вам дал вот этот продукт. Или какой продукт вам может дать привес. Вы подружились с весами, все. Значит, все, я имею право себя порадовать. Вот я стала на весы, да? Сегодня думаю, ой, какой классный вес, ничего себе, молодец, Таня, ля-ля-ля-ля-ля, сделаешь себе сегодня десертик банановый, да, я сделала, вам показала, вы увидите сейчас. Ну, то есть, люди, не раз в неделю контрольный вес, дружите почаще с весами, это совет, совет человека, который похудел, да, легко худел, дружил с весами. Так, это мы уяснили, да? Значит, я показываю свое движение. Сейчас вы видите движение. Кто-то считает, урезает калории, да? Нет, мне это очень не близко. Нет. Я понимаю, что я должна следить за калориями, да? Чтобы не перебирать, не пережирать, да? Меньше жира. Я знаю, что можно только 20 грамм сливочного масла. Не 40 грамм, а 20 грамм. У меня все на глаз, да? Я знаю, что не нужно переливать растительного масла в салаты, потому что это лишние калории. Я все это понимаю. Но любые калории нужно отрабатывать. Или вы минимизировали свое питание, да, по калориям, вы урезаете постоянно, да, было 1200 калорий, сейчас буду жить вообще на 800, да, у меня нет. Самое главное для моего похудения – это ценность калорий, это развитие тела. И я не должна потухать, нет, нет, должна быть ценность калорий. Но я отрабатываю все, вот, я не урезаю калории, я отрабатываю, мне ближе отработать. Вот кому ближе отработать калории, да, все, прогнали, отработали, все хорошо, вы можете себе что-то позволить. Я могу и по белку немножко поиграться, больше белка съесть, я отрабатываю все. Я могу где-то захватить какой-то углевод, я отрабатываю все, да, я отработаю этот углевод. Все сволочи любят сладкое, помните? Отрабатывать нужно углевод. Так, значит, об этом я сказала, движение. Сейчас вы посмотрите, я немножко пообщаюсь с вами в движении, да. Так, немножко покажу вам, расскажу, да. И вы увидите тарелочки, тарелочки, да. Мне очень нравится моя еда. Мое счастье, что я по салатам, люди. И так с детства. Вот ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, очень хорошо переносит салаты, да. Вот я сегодня, допустим, кто-то скажет, вот у нее сегодня намазка, рыба, да. Допустим, печень трески, намазка, да, и ряженка, кисломолочный продукт. Как это? А вот так это. Мне очень вкусно. Мне очень вкусно. По ЖКТ все нормально у меня. Каждый под себя. Значит, я обожаю салаты. Значит, желудок мой нормально, кишечник, это приветствует все, эту пищу. Это мое. Я нашла свое, нашла свое. Мне самое главное, ну, нужно много клетчатки. Вот клетчатка – это альтернатива чему? Гарнирам. Раньше там, допустим, картошка жареная, а сейчас миска салата. И не 100 грамм. Я же на диете. Я худею, я удерживаю вес. У меня 100 грамм. Горсть салатика, да? Нет. 300-400 грамм салата. Чем плотнее клетчатка будет, волокна вот эти, да? Чем плотнее, тем вас эта пища будет больше насыщать. Огурчик, помидорчик, слабая клетчатка, допустим, да? Но вы смотрите под себя, кто-то капусточки еще добавит, да? Кто-то еще чего-то. Сегодня видели мой салатик? Сейчас увидите, вернее. Увидите, да? И бурячок свеженький, и морковка, и сельдерей у меня, биточки сельдерея. То есть у меня довольно плотная клетчатка, это мое. Я нашла свое питание. Я только о своем питании. Я не хочу никого присаживать на мое питание, мои хорошие. И потом, у меня интервал между едой. Не надо мне интервал 16,8. Не надо. У меня интервал 5-6 часов. Недостаточно. 4-5-6, когда как. Чтобы вам легко худелось, инсулин должен прийти на низкий уровень. Опуститься на низкий уровень. Тогда ваше похудение будет проходить успешно. Понятно, да?
Перерыв должен между едой быть. Не должно быть перекусов. Да, у меня есть кофе, есть в течение дня. У меня есть долька шоколада, да, есть. Но у меня хороший шоколад, 74%, а это жировая субстанция. А вот если хорошая жировая субстанция, то сахар крови поднимается не так быстро. Шоколад 74%, не молочный, не 56%. Это тоже много значит. Меня угостили шоколадкой, мне подарили шоколадку, 56%. Я отломала кусочек, люди... Гедота гедотою. Говорю сразу, нельзя есть. По сравнению, вот этот шоколад 74%. Так это же просто золотой шоколад 74%. Не надо мне 80%, мне подходит 74%. Так, что еще хотела вам сказать, да? Десерт. Да, десерт. Ой, вкусный, да? Ну, я советую делать даже скорее вот такие вот кексики, чем тортик. Тортик режется ножом. А так взяли порцию, кексик один, достаточно, все, один. На красивую розеточку один кексик, все. Это тоже будет вас как-то тормозить немножко. Не надо кромсать тортик. Не надо вот подравнивать каждый кусочек. Да, я еще кусочек отрежу. Знаете, как лисички, не нужно так делать. Вот хорошо, конкретно, порция, один маффин. Вы поняли, да? Все, достаточно. Классно, думаю, сделай кексики. Надольше хватит вроде бы, да? Ну, в принципе, все так показала, рассказала. Посмотрите мою еду, мои тарелочки. Кто-то для себя, кто-то что-то возьмет, услышит, возможно, да? Но мой образ жизни, мой образ похудения, удержание веса очень-очень работает. Я не чувствую себя обделенно, ущемленно. Да вы что? Люди, которые не худеют, они так не едят, как я. Нет, вы только посмотрите на мое питание, да? Обалдеть! Ну что, мои хорошие, давайте посмотрим видео. А я всем говорю сейчас до свидания. Вы будете смотреть видео сейчас. Я с вами прощаюсь до завтра. Как всегда, хочу поблагодарить всех вас за просмотр моего видео. И я благодарна всем за лайки. Большое всем спасибо. Мои хорошие, я желаю всем Божьей помощи и Божьего чуда. До завтра. Дальше будет. Контроль на линии. У меня часто прыг на ковер. Так, смотрим. А потом радуемся. Меня мой вес очень радует всегда. Да, я даже не заморачиваюсь. Ой, сейчас что я увижу? Мне страшно. Они будут дружить с весами раз в неделю. Такие ненавистные весы вот эти. Я так боюсь их. Как это? Как это? Что это за похудение? На весы, Таня, быстро. Быстро! Быстро! Так, обнуляю весы ножкой. Так, нолики есть, телефончика 300 грамм снимаем. Так, стали. Стали. Дружу с весами. Прыгаешь что-то, да? Хорошо. Смотрим. О, отлично, 78-900. Последний вес был 79-100, точно помню. 78-900 минус 300 грамм, это 78-600. Обалдеть! Ну, водичка ушла. Молодец, Санечка. У меня вчера второй прием пищи, такой легкий салат и тунец, полбаночки тунца. То есть, отлично, все, молодец, Таня. Молодец, Танечка. Ну, я показываю свои тарелочки, конечно. Показываю ценность тарелочек своих, да, ценность тарелочек обязательно показываю. Для меня это в приоритете. Ценность калорий и движение. Это мое похудение. Всем доброе утро, всем физкульт-привет. Я на своей пробежечке, проходочке. Вот, пожалуйста. Какое счастье, что здесь есть туалет. Какое счастье. Кофе. Мочегонный эффект. Выпиваю кофе, выпиваю жидкость. У меня сегодня достаточно жидкости. Я уже начала пить водичку, донат магния. Утром встаю, у меня же гормончик. Поворачивает Танечка не налево, а направо в туалет. Значит, гормон у меня это, ну, плюс-минус стаканчик воды я выпиваю, допустим, да. Потом у меня напиток из овса уже 4 месяца. Я заканчиваю прием напиточка 4 месяца. У меня все открыто, прозрачно. Кто там пьет 4 месяца со мной напиточек из овса? Кто очищает свой организм, свои почки? 4 месяца кто пропил? Кому не надоело это, а? Поднимите ручку. Значит, напиток из овса у меня 200 грамм. Водичка донат магния обязательно 200 грамм подогреваю. Напиток из овса тоже подогреваю, потому что холодный стоит в холодильнике. Тепленький. Как это полезно, как это здорово. Все, теперь туалет. Пообщаюсь с вами немножко позже, наверное. Сейчас нужно догнаться. Мне вчера не было, не занималась. А сейчас я должна выполнить упражнение в конце парка. Потом в начале парка выполняю упражнение. Может, даже пойду сегодня на второй круг, на 8 километров. Ну, посмотрим. Как мазь пойдет, да? Ну, пообщаюсь, наверное, в движении уже. Все, погнала.
Я немножко запыханная, такая медленная труса у меня сейчас, медленная, потому что с вами хочу пообщаться, буквально пару минут. У нас годами, у любого человека, у каждого, слабеют ноги. Мы должны помнить, что от состояния наших ножек зависит состояние всего организма. О! От состояния ног зависит состояние всего организма. Кровоток. Кровоток – это работа нашего сердца. И не только сердце. У кого-то артроз, нужно двигаться. Кровоток должен быть. У кого-то, допустим, подагра. У кого-то варикоз, нужно двигаться. У кого-то диабет, полнота, люди. Ожирение, давление, движение должно быть. А у нас вообще ногам уделяют сейчас мало внимания. Ну, сейчас хоть с палками начали немножко ходить, да? Правильно Бубновский говорит. Бубновский, человек стареет не годами, человек стареет ногами. Вот если в 20 лет, да, мы там еще как-то стремились где-то побегать, то 50 мы все хотим сесть, мы хотим присесть, мы хотим поехать, не ножками идти. Да я проеду, вот маршрутка идет, трамвайчик идет, классно, да? Мы должны не забывать, что от ног зависит кровообращение. Конкретно, сколько крови попадет в таз, в сердце, в кишечник. Ноги – это насосы, это кровоток. Да-да, сколько крови попадет в кишечник. Сейчас стану здесь, потому что буду отжиматься от этого дерева. Помните, ночью, когда мы ложимся с вами отдыхать, то кровь из ручек, из ножек, так как они работали целый день, уходит куда? В кишечник. И там начинается работа, кровоток в кишечнике. Вот если у нас эубиотический поздний ужин, пришла такая еда нашим хорошим бактериям, вот там начинается кровоток конкретно. В животике может бурчать, урчать, да, поворачивайтесь на бочок, где-то бурчит в животике. Хорошо, нормально, не страшно, не бойтесь. Это все так должно быть. Бурчание, урчание, да? Кровоток, то есть начался кровоток конкретно по кишечнику. Ну и нужно запоминать, чем лучше кровоток у нас, тем больше кислорода, люди. А кислород – это главный газ жизни. Я поворачиваюсь, сейчас буду отжиматься. Больше кислорода в крови, тем больше выводится СО2. Классно? Классно, отжимаюсь. Я уточню, потому что я сказала, пришла хорошая еда нашим хорошим бактериям. Хорошая еда – это какая? Не колбаса, понятное дело. Целлюлоза, нерастворимая клетчатка. Помните, эубиотический ужин поздний. Поздний, напомнила, да? Целлюлоза. Отруби, а конкретно отруби и кисломолочный продукт. О, мои хорошие, вот мое место, да, вот приблизительно здесь я выполняю упражнение. Растяжечка такая идет, мышцы хорошо работают, то есть кровоток хороший будет. Напоминаю, это хорошее упражнение от судорог, это хорошее упражнение у кого синдром беспокойных ножек. Смотрите, я делаю каждый день это упражнение, не один раз. Смотрите, вертикально ставится стопа, я себя рукой даже вот немножко тяну, вот. Я должна почувствовать боль по тыльной стороне ноги. Если боли нету до ягодицы, кина не будет, ничего не получится. Вот. Больно должно быть, больно. Вот идет кровоток. И так стою 2 минуты. Считаю 1, 2, 3, 4. До 120. На часы не смотрю. Нет, вот. Но самое главное, должна быть боль. Не подпирать дерево, забор. Нет, боль должна быть. Вот когда вам больно, радуйтесь. Значит, вы себе сделали хорошо. Мои хорошие, что я увидела? Смотрите, какая я наблюдательная. Обалдеть! Вы только подивитесь, почерицы, люди, шампиньоны. Вы посмотрите, сколько их здесь. Люди, посмотрите. Шампиньоны, смотрите, почерицы, подивитесь. Люди, яка краса, боже. Здесь влажненько, они такие крепкие. Ой-ой-ой, какая прелесть. Вот я пробираюсь по этой тропиночке, смотрите. Целое семейство. Люди, дивитесь. Вы посмотрите, сколько здесь их, посмотрите. Почерыти. Шампиньончики хорошенькие какие, съедобные. Ой, посмотрите, сколько здесь их, смотрите. Ой, красота какая. Какая Танечка внимательная. У водички, смотрите, почерыти. Какая я внимательная. Сюда нужно приходить с кошелкой, люди, с кошелкой. Сейчас покажу еще, спускаюсь аккуратненько. Смотрите, грибочки. А вон какой красивый беленький, шапочка такая, да? Шляпка красивая, прелесть. Какая подпиточка идет, да? Вот подзарядилась от природы я конкретно.
Вот как телефончик. Мы ставим ночью на подзарядочку, встаем, а у нас подзаряженный телефончик. Вот я выхожу сейчас с этого парка замечательного, с подзарядочкой хорошей. Люди, ну действительно так. У меня еще больше силы появилось. Это у меня один круг. Сейчас иду на второй круг. Ну все, даже не посторонись. Поберегись! У нас только так. Я погнала на второй круг. Погнали, погнали, погнали. Мои хорошие, мне сказал мужчина, что это грузди. Их нужно солить 3 дня, а то не горчат. Грузди, да, так называется, кажется. Хорошенькая собачка, хорошенькая. Она тоже посмотрела. Молодец, умничка. Я не понимаю, люди, может быть, это действительно грузди эти. Смотрите, кто в курсе, кто там грибник, напишите. Может быть, это грузди, да, действительно. Думала, шампиньончики. Я уже у начала конца, сейчас я вам показываю, вот специально взяла камеру, показываю, мужчина ходит быстро с палками, он поддерживает себя просто, он просто поддерживает себя, вот. Он постоянно каждый день ходит, он поддерживает, он палками не работает, для координации так, поддерживает, молодец, молодец, быстренько ходит, трудится, трудится, молодчинка. Все, я у начала конца. Сейчас у меня адекватное питание будет, хорошее питание мое. Ой, собачка. Хорошее питание мое. С ценностью калорий, да, люди? Вкусно. Покушаю дома. Конкретно покушаю и буду вкушать. Кушать свою еду. Отзанималась, отрудилась. У меня сегодня 8400. Молодец, Танечка, молодец. Отработала. Отработала. Вот, вот на этом месте я заканчиваю упражнение свое. Сейчас еще на турничок пойду. Вот мои грибочки здесь. Груздья, так груздья буду, да? Вот они, красунчики. Вон здесь белеют, белеют, белеют. Вот, грибочки. Я сейчас сделаю вот это упражнение. Опять, вот, вот. Вот. Не иногда, а постоянно. Потом туда на турнички. И все отработала. Танечка заработала себе еду. Молодец. Люди, я как Раневская в Золушке. Один знак внимания. Так и меня. Я иду спортивной ходьбой. Всегда здесь вдоль дороги иду спортивной ходьбой. Быстрый шаг у меня. Препятствий здесь нету. Хорошо. Отлично. Это уже домой иду. Идет мужчина напротив и говорит: вам нужно в соревнованиях участвовать. У вас настоящая спортивная ходьба. Люди, и человек заметил. Даже показал. Смотрите, как вы правильно идете. Перекат с пятки на носок. Показал даже мне. Говорит, я тоже хожу. Возрастной человек. Ну, плюс-минус, старше меня немножко, да, вот так. Но человек обратил внимание, спортивная ходьба. Вот вам, пожалуйста. О, самокатик, самокатик. Ну и цото бенжи, цото бенжи. Малый таз работать не будет на самокатике. Кровообращения нету. О, кровообращения нету. Жены, девочки скучают. Ножками ходит. Ножками ходить нужно, ребята, ножками. Малый таз должен работать. Покатили на самокатике. Но мы бойцы, я захэканная, запыханная немножко. Мы бойцы, молодцы. Молодец, Танечка, молодец. Просто отлично, мое время. У меня сегодня утром 1 чашка кофе со сметанкой, 3 кофейные ложки мягкого сыра. Сколько я не ела? Ну, 4 часа точно. Но у меня еще 8400 км. Буду есть. Готовила еду 6 секунд. Все очень быстро, но очень вкусно и очень-очень полезно. Вот точно еда для того, кто удерживает вес, для того, кто стройнеет, ну и, конечно, для того, кто следит за своим здоровьем. Силос. Нам нужна клетчатка грубая. Нужна? Нужна. Вот, пожалуйста. Я готовила была овощи по-корейски. Морковка, бурячок и сельдерей. Освежила немножко морковкой. Ничего не добавляла абсолютно. Оливковое масло, то есть растительное, не добавляла, нет. Я просто не люблю жирные салаты. Я понимаю, не нужны они тебе, эти масла, Таня. Не надо. И так очень вкусно. Там всего хватает. Там и специи, там и уксус. Там было масло оливковое изначально. То есть, напоминаю только, любое растительное масло, столовая ложка, это 100 калорий. 2 столовые ложки, 200 калорий. И так каждый день. Просто не замечается. Да ну что вы, я полезное масло оливковое ем. Это ж так здорово с утра натощак пару ложечек бахнуло, да? Поэтому
Я об этом знаю, да, эту информацию. Я слежу за этим. Мне не нужно это. Нет, нет, нет. Одна столовая ложка приравнивается к куску батона. Вот. Украсили салат одной столовой ложкой любого растительного масла. Съели один кусок батона. Оливковое масло или любое растительное, столовая ложка эквивалентна куску батона. Так, я об этом напомнила. Вот, пожалуйста, у меня вот такие бутики, не малыши, нет. Намазка такая, да, по кофейной ложечке неполной положила. Какая намазка? Печень трески. Печень трески и два яйца. Баночка вместе с жиром здесь. Меня спрашивают люди, а жир? Обязательно, все вместе. Нам нужна ценность калорий. У меня не хлебцы, нет, нет. Это биточки из сельдерея, как альтернатива хлебцам. Люди, правда здорово? Правда классно? Ух ты, как полезно. Вот это да, насыщение хорошее будет. Хорошая плотная клетчатка. Печень трески, вспоминайте. Целая баночка 4600. 4600 микрограмм, кажется, да? Так правильно считать, да? Но это очень много. Дневная норма только 900. А баночка 4600. Поэтому у меня баночка на 4 раза. Ну, пусть на 3, но не на 1 никак. Это уже радует, правда? И сельдерей, люди, какая прелесть. Тоже хорошие волокна, насыщают очень. Вот эти волокна плотные. Потом сельдерей – это мочегонный эффект и послабливающий эффект. То, что нам нужно, да? Ой, какой у меня хороший прием пищи, да? Правда? У меня еще будет ряженка моя любимая, да? Ряженка и отруби Nordic финские. Все. Кофе. Какой-то десертик и обязательно себе придумаю. Мы галибалуани, мы себя не обидим. Кто худеет со мной, кто держит вес со мной, всем приятного аппетита! Ух ты, какие красивые у меня кексики, маффины, да, банановые. У меня не тортик, я решила сделать порционно. Мне так больше нравится, это надежнее. Я беру только один кексик. Классненько, да? Достала из духовочки. Выкладываю на тарелочку вот такие красивые кексики. Можно сделать глазурь, пожалуйста, по желанию, шоколад. Наверное, на парочку кексиков я сделаю. Не на все, нет. Отличное время выпить чашечку кофе. И не просто чашечку кофе, а с десертом. Показываю и рассказываю. Пеночка уходит, я уже пью кофе. Думаю, покажу обязательно. Такая вкусность, такая прелесть просто. Вы только посмотрите, я уже кусочек, конечно, съела, разрезала и вам показываю разрез. Жалюзи затянуты, поэтому, может быть, яркость не очень хорошая. Но смотрите, люди, смотрите. Вы только посмотрите, я не использовала глазурь, я не делала глазурь, нет. У меня в этой розеточке, вот здесь вот, да, в этой красивой такой посудинке, находился кусочек шоколада, лежал здесь, на подоконничке, солнышко светит, смотрю, шоколад растаял. Я взяла ложечку кофейную и просто смазала шоколадом вот эти вкусные маленькие кексики. Но мне приятнее говорить кексики, не маффины. Мне как-то кексики ближе, да? Вы посмотрите. Они высокие, они даже высокие, просто так камера не показывает. Они хорошенькие. Они сейчас остынут, и я положу в холодильничек, в контейнере. В холодильничек. Все, порционочка. Взяла один кексик. Все, Танечка, потому что, скажу сразу, честно, открыто. Вот когда тортик, и вы начинаете резаться, то вы так, еще отрежу, здесь подровняю, да, как лисичка сыр. Поэтому, вы знаете, так удобнее даже. Вот кексики. Порционочка должна быть. Это классно. Кофе, чай. И по поводу десерта, вот сейчас десерт самое-самое оно, к 16:00. Почему? Потому что по природе больше выделяется инсулина. По природе. В работу входит парасимпатическая нервная система. По природе инсулина во второй половине дня больше. Ну все, мои хорошие. Наслаждаюсь. И худею вкусно. Кто со мной, всем приятного кофепития!
Мои хорошие, у меня, как всегда, небольшая ремарочка. У меня же все под себя. У меня не так. Вот я увидела, показывают тортик, да, банановый. Два банана, два яйца. Нет. У меня 4 банана небольших, 3 яйца. У меня немножко больше кокосовой стружки. Ну, приблизительно 2,5 пакета. Ну, это 100 грамм. Это 100 грамм кокосовой стружки у меня. Не 80, как в рецепте, да? Что еще у меня здесь? Никакого сахара у меня здесь нету, ванильного сахара тоже. Пахнет кокосовая стружечка, пахнет бананчик сам очень вкусно. Разрыхлитель здесь у меня еще. И десертная ложка от Рубей финских Нордик. Классно, да? Супер просто. Я ссылочку оставлю в комментариях. Банановый тортик. Я готовила такой тортик в Турции. Посмотрите, люди, посмотрите. Очень вкусно. Это здорово. Можно готовить. Иногда можем себя баловать. 16:30, буду есть позже, где-то к 17:00, к 5 часам, но не хочется мне есть. Я приготовила еду и хочу вам ее показать. Значит, сколько без еды? 5 часов. Кофе я пила, шоколад дольку я съела, даже десерт у меня был. Даже десерт очень вкусный. Но сейчас покажу еду. Но есть буду приблизительно в 17:00. Лучики солнышка в тарелке. Какая прелесть. У меня салат сегодня. Помидор, огурец, лучок белый, зелень, перчик красный, сладенький. Вот такая салатница у меня салата. Соль, перец, само собой. Перчик красный вкусный. Специи, травка, сумак у меня еще здесь есть. Оливковое масло у меня здесь очень мало, очень буквально... Неполная десертная ложка, даже меньше. Даже меньше. И обязательно яблочный уксус. Это и вкусно, и здорово, полезно. С чем салат у меня? У меня тунец. Тунец. Большая порция салата. Ну, грамм 400, наверное, есть. 300-400 есть. И тунец. Тунец – это консерва. Вот. Вот, показываю вам. Вот, кусочки в оливье, в масле. Растительное масло, тунец. Я беру только масло, я никогда не беру в собственном соку, мне невкусно. Значит, я использую, беру полбаночки и полбаночки, вот, я положила в стекло, в стеклянную баночку, положу в холодильничек. И вот полбаночки, то есть 90 грамм тунца у меня на тарелочке. Вот это моя еда. Никакого хлебца, хлеба у меня не будет. Вот, пожалуйста, салат. Буду есть, ну, может быть, даже... Минут 15-6. Я себе позволю, потому что здесь овощи. Нормально. Все нормально. Ну вот, пожалуйста, мои хорошие. Вот это мое насыщение. Вот это питание. Здоровое, вкусное, правильное. Ну, то есть, мое похудение – это образ жизни. Это не подсчет калорий. Нет. Ну что, будем есть? Ешьте вкусно. Странейте. И пусть вам не верят. Всем приятного аппетита! Кто с нами?